Бахтияр Турабов родился в Баку в 1984 году. После окончания средней школы он поступил в Шекинское медресе по подготовке хафизов и окончил данное заведение в качестве хафиза. Для продолжения своего образования он поступил на факультет шариата Бакинского исламского университета, находящегося в Азербайджане. После успешного окончания Бакинского исламского университета в качестве бакалавра и магистра, для продолжения своего образования он поступил на факультет исламский шариат и права университета Алясхар, расположенного в городе Каир, столице Арабской республики Египет, который также с успехом окончил. Во время образования в Египте он посещал уроки известных шейхов по чтению священного Корана по десяти караатам, видам чтения священного Корана. Бахтияр Турабов является обладателем самого авторитетного разрешения и джаза, полученного от ученика почтенного шейха Бакарат Тарабиша после полного прочтения священного Корана в караате Хафсаанасым. Это разрешение и джаза является самым уважаемым и авторитетным в мире. Бахтияр Турабов является дважды обладателем сертификата и джаза по 10 караатам, одного сертификата и джаза по 7 караатам, шести сертификатов и джаза по караату Хавсанасим, Варш, Хамза и другим караатам. Также он является обладателем сертификатов и джаза на разрешение по чтению и обучению произведения Тухфатулятфаль и Сахих Аль-Бухари. Бахтияр Турабов был удостоен почетного диплома за заслуги в сфере обучения арабскому языку и грамматике со стороны Египетского культурного центра, который функционирует на базе посольства Арабской республики Египет в Азербайджане. Бахтияр Турабов является автором четырех книг. «К свету через 27 уроков», «Правила таджвида», «Правила чтения арабского языка» и «Буквы арабского языка», которые являются пособиями для изучающих науку таджвид. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о некоторых исключениях, которые встречаются в Караате Хавсанасим. Если в Коране конец какого-нибудь слова или аята будет заканчиваться Танарбута, то эта Танарбута будет заменяться буквой Х и произойдет вакф. Причем неважно, как именно огласована эта Танарбута. Фатхай, Касрай, Даммай, Танвин Фатхай, Танвин или Танвиндаммой. Приведем пример из слов Всевышнего Аллаха. Обратите внимание, этот аят заканчивается Тамарбута, и поэтому читается так. И только когда происходит вакф в этом аяте, тогда Тамарбута заменяется буквой Х. Правильное чтение такое. Если не произойдет вакв, то тогда та нарбута будет читаться как т. Рассмотрим еще пример. И если не сделать вакф, то есть так. Следующее исключение. Если аят будет заканчиваться на та то есть обычной буквой Т, то тогда буква Т будет читаться как есть, то есть Т. «та». Например, так и так далее. Если мы сделаем вакф на букве «Т» или не сделаем, там абсута не изменится. Еще в Коране есть такое правило, как аль -Матрук». Оно встречается в некоторых местах и некоторых словах. Если точнее, в трех местах пишется буква «Сад» и над ней пишется буква «Син». Если буква «Син» будет писаться над буквой «Сад», то тогда это слово читать с буквой «Син» намного лучше. А если эта буква «син» будет писаться под буквой «сад», то тогда это слово будет лучше читать с буквой «сад». Такие примеры встречаются в суре «Аль-Бакара» в 245 аяте, в суре «Аль-Араф» в 69-м и в суре «Ат-Тур» в 37 седьмом аяте. Теперь рассмотрим примеры. Всевышний Аллах сказал, Здесь над буквой «сад» написана буква «син». И это значит, что читать этот аят с буквой «син» предпочтительнее. Рассмотрим другой пример из 37-го аята суры тух Здесь буква «син» находится под буквой «сад». И поэтому этот аят читать с буквой «сад» будет лучше. То есть так. Не так, а именно так. Следующее исключение называется «алималя». «Ималя» в переводе означает «склонный». И по Кыраату Хавсанасим «ималя» встречается всего лишь в одном месте, в суре Сурихут, в 41-м аяте. Здесь буква «ра» заменяется звуком «ре». Как мы знаем, по кираату Хавсанасим в Коране все буквы РА читаются твердо, то есть как РА. Только лишь в Суре Худ, в 41 первом аяте, буква РА читается как РЕ. Такое правило называется «Ималя», где буква РА читается как РЕ. То есть так. Следующее исключение в суре Юсуф в одиннадцатом аяте. В слове здесь над словом «менна» стоит знак «ромб», похожий на пахлаву. И здесь есть свое правило – «ишмам». И когда встречается этот знак «ромб», то при произношении буквы «мим» губы должны идти вперед, и это является исключением в суре Юсуф в одиннадцатом аяте. Этот аят читается так. Именно здесь, как исключение, пришел Раваят. И из-за Раваята в Суре Юсуф в одиннадцатом аяте мы применяем правило Ишмам, то есть так. Следующее исключение встречается нам в Суре аль-Фусалят в 44 аяте и называется Правилом Хамзатуль-Мусахаля или Тасхиль. Слово Это слово, согласно Кираату Хавсанасим, читается по правилу Тасхиль что означает облегчить. И несмотря на то, что там идут две хамзы подряд, одна из них, чтобы было легче, читается в растянутой форме. То есть так. Одно из следующих исключений. Это если в Коране иногда над буквой Алиф стоит знак Сукун, и поэтому эта буква Алиф не читается совсем и, конечно же, не удлиняется. Такие буквы «Алиф» в Коране встречаются в семи местах. И даже назвали такие буквы «семь букв». Первое место в Коране, где встречается такая буква «Алиф», это «сукун» над словом «Ана». И удлинение здесь не происходит. Читается так. «Вала антум аабидуна ма аабуд», «Вала ана аабидум ма аабадтум», «Вала ана аабидум ма аабадтум даха», «Вала ана аабидун йох», «Вала ана аабидун», то есть не удлиняя читаем слово «ана». И такое правило обозначается маленьким знаком суккун над буквой «алиф». И поэтому «алиф» не удлиняется. Второй пример этого правила встречается в суре Каф, в 38-м аяте. В слове также в суре Асхаб в 10-м аяте, в слове далее в суре Асхаб в 66-м аяте, в слове далее также в суре Асхаб в 67-м аяте, в слове также в суре «Алинсан» в 15 аяте, в слове в 4 аяте. Именно в этих примерах буква «Алиф» не произносится и не удлиняется. Теперь давайте посмотрим некоторые термины из Корана. В Коране есть такое понятие, как джус. Этим словом называется 20 страниц из Корана. И как мы знаем, Коран состоит из 30 джузов. И каждый джуз состоит из 20 страниц. Второй термин называется хизб. Хизб это символ или знак, который ставится после 10 страниц Корана. И в Коране есть примерно около 60 хизбов. И на этом мы заканчиваем наши уроки Таджвида, которые были подготовлены для вас 5 июня 2013 года. И я прошу Аллаха, чтобы наши уроки были вам полезны.